Ты ему что-то пережала все-таки. Сейчас я его найду тут. Ты ему пережала какой-то канал, потому что он вообще как-то, ну, ноль реакции. Нет, он спокойно сидит. Вот, ну что. Уже все запуталось. Тебе не видно? Видно. Ну да, мне не видно, что он в шерсти, но я догадываюсь. Ну вас нафиг. Что это было? Кто-то объяснит мне? Теперь вот я вас слушаю, называется, смотри, вот сел кот. Я вас слушаю, рассказывайте, да. Да, манишку померли, да. Я не знаю. Пухенция, пойдешь к себе в домик? Все, никакой экспрессии, никаких паник. Все, кот как был, так и есть еще ничего.